Привет! Сыграем в игру. Я называю факт, а ты должен ответить, правда это или ложь. Если отвечаешь верно, то загибай палец, если нет, то не загибай. В конце игры посчитай количество загнутых пальцев и получишь свое звание. Лучше соревноваться с друзьями, так что зови всех к монитору или кидай им это видео. Поехали! Слоны, как и люди, бывают правши или вши. Это правда. Слоны бывают левши и правши по отношению к своим бивням. Доминирующий бивень легко распознать, так как он будет более сношенный, чем другой. Людям, которые делают себе инъекции ботокса в лицо, трудно отличить эмоции других людей на фотографиях. Это правда. Ученые подозревают, что ботокс препятствует функции мозга, которая интерпретирует эмоции других людей. Нигерия – это самая большая страна в мире без рек. Это ложь. Самая большая страна без рек – это Саудовская Аравия. Существуют люди с красным цветом глаз. Это правда. Красный цвет глаз встречается только у альбиносов, как у людей, так и у животных. Он связан с отсутствием в радужной оболочке меланина, поэтому определяется кровью в сосудах радужной оболочки. Самый дальний снайперский выстрел равняется 1 километру. Это ложь. Самый дальний снайперский выстрел в истории был осуществлен с расстояния 2475 метров британским капралом кавалерии Крейгом Харрисоном в 2009 году. Его пуля летела до цели в течение более 6 секунд. Пираты носили повязку на одном глазе для того, чтобы лучше целиться из оружия. Это ложь. Они делали это для того, чтобы моментально видеть в темноте корабельных трюмов и нижних палуб. Если удариться головой, то есть шанс открыть себе какой-то новый талант. Это правда, шанс есть. Так проявляется синдром Саванта, при котором у людей обнаруживается гениальность в той или иной сфере. Дерек Амата из Колорадо ударился головой о дно плавательного бассейна, после чего обнаружил у себя талант к музыке. Мужчина стал выдающимся пианистом, хотя до этого даже не был ни на одном уроке музыки. Поверхность Марса исследована лучше, чем океанское дно. Это правда. Около 72% поверхности Земли покрыта водой. До настоящего времени мы исследовали только 5% этой огромной области. Уши человека чувствительнее пальцев. Это ложь. Пальцы человека способны почувствовать невероятно маленькие несовершенства в наномасштабах на внешне абсолютно гладкой поверхности. Если бы пальцы были размером с Землю, они бы чувствовали разницу между домами и машинами. Ни одно животное не может пить морскую воду. Правда или ложь? Это ложь. У пингвинов под глазами есть железы, которые экстрагируют и вымывают из организма избыток соли. Эти железы достаточно мощные для того, чтобы сделать морскую воду для пингвинов главным источником питьевой воды. Пиши в комментарии свое звание, а также предлагай сыграть в эту игру своим друзьям и посмотри, кто кого. А также предлагаю тебе поиграть в предыдущие выпуски «Правды или ложь».